трудно понять реальность, пока не увидишь ее своими глазами. Эти слова принадлежат военному фотографу Владимиру Аносову. Фотокор российской газеты работает на Донбассе с начала военной операции. Его снимки представлены во Дворце культуры «Губернаторский». Сам автор не смог приехать в Ульяновск, но его коллеги рассказали ульяновцам о командировках и работе военного журналиста. Владимир Аносов, он когда поехал, у него была вот именно настрой показать правду, показать ситуацию по-настоящему, что происходит на Донбассе, как живут люди, как наши ребята там воюют. И следующая серия, его фотографии, он готовится уже, да, как я уже говорил во время выступления, будет о восстановлении Донбасса. На фото фронтовые тыловые будни сегодняшнего Донбасса. Местные жители со своими питомцами на фоне разрушенных домов. Гуманитарная помощь, работа военных. Все снимки разного формата и размещены в пространстве 3D. То есть одни дальше от зрителя, другие ближе. И это, по мнению организаторов, создает эффект реальности. Выставку поддержали активисты Молодой гвардии и региональное отделение Единой России. Они наградили благодарственными письмами волонтеров за сбор и отправку гумпомощи. Нет равнодушных людей, которые бы сегодня не оказывали помощь от высокотехнологичных вещей до элементарных. Это там вязать носки, печенюшки там печь, еще чего-то. Это такой всеобъемлющий спектр помощи, который сегодня оказывается жителями Ульяновской области. Поэтому она неоценима. В Губернаторском выставка пробудет до конца недели, а далее отправится по области. Фотографии покажут в учебных заведениях и учреждениях культуры. Анна Тищенко, Улправда ТВ.